Здравствуйте, меня зовут Таня, я вот решила записать это видео. Вы знаете, тема этого видео простая. В принципе, я очень-очень много вижу, высказываю в интернете, особенно в Фейсбуке, насчет бывших партнеров TalkFusion и вообще о работе в интернете. И решила высказать свое мнение. Ну, во-первых, я считаю, каждый имеет право на свое мнение, а вы имеете право слушать или нет. Значит, я работаю, я бизнес-предприниматель в интернет-бизнесе с 2008 года. И в прошлом году была зарегистрирована в TalkFusion, проработав там где-то месяцев 6-7. Что я могу сказать о TalkFusion? Очень хорошая компания, интересная идея, но у меня там ничего не получилось. Вы знаете, я не получила эту финансовую независимость при всем том, что... Очень хотела и очень мечтала и старалась делать все как нужно, как мне казалось. Но наверняка я не делала все, поэтому мне не получилось. Но смысл не об этом. Смысл высказать свое мнение тем негативщикам, которые кидают свои негативы к Павлюку или еще там многим ребятам, которые ушли. Вы знаете, сейчас интернет, 21 век. Успех можно сделать не за 5-2 года, не за 2-5 лет, а намного быстрее. Просто многие еще не привыкли к этому и считают, что это, ну, быстрый успех это как бы невозможно или это плохо. Нет, интернет это скорость, во-первых, и большие возможности. Тут у вас не одна страна, а весь мир у вас на ладони. Когда вы заходите в интернет, вы должны четко понимать, что вы хотите. Потому что, не зная, чего вы хотите, вы, конечно, потеряетесь в этом объеме информации, зная по себе. Насчет TalkFusion. Вы знаете, идея, как я уже говорила, очень интересная, но очень больно смотреть, как молодежь или, допустим, даже не молодежь идут слепо за лидерами. Ребят, вы должны четко понимать, что лидеры, они на то и лидеры, чтобы за ними шли, но вы должны понимать, что вы хотите. Сможете ли вы приглашать людей или вам ближе, в принципе, сидеть и копаться в формулах или вот в трафиках. Возможностей очень много, просто нужно сесть, поработать. Если вы знаете английский язык, конечно, вам легче, потому что все-таки тему задает Америка. Из своего опыта хочу, опять же, поблагодарить, ну, вот, как бы, возможность, что я побывала в TalkFusion, потому что для меня миссия в TalkFusion была это как стартап. Я обожаю технологии и пробовала, изучала давно. Но большого успеха у меня не было, хотя я понимала, что интернет – это огромный потенциал. На сегодня я могу сказать, что я нашла то, что я искала, и поэтому с воодушевлением вам хочу сказать, что если вы желаете и мечтаете, вы обязательно найдете то, что вы хотите. Просто в первую очередь начните с себя, прочитайте литературу, разберитесь с собой, что вы именно хотите. Что вам интересно, общаться больше с людьми или строить программы или вот трафик как бы нагонять на сайты, потому что возможностей много, как я вам говорю, и поверьте, опыт у меня большой. В то же время опыт есть и в классическом бизнесе, и в банке, и в адвокатских компаниях. Ну, для чего я вам это говорю? Для того, чтобы вы понимали, что я не девочка из детского сада, а с опытом и знаю, что я говорю. А лидеры, как, допустим, Качанов, как Тархова, Шадунки, они отличные лидеры, но из своего опыта признаю, что когда я приводила на презентацию Кончановой, у меня люди вылетали из комнаты. Почему, я не знаю. Я не психолог, я не могу в этом разобраться. Мне Качанов очень нравится. Но люди почему-то выскакивали. Так что, когда говорят, что привести два человека и идти, допустим, на следовать Качанову, вы должны понимать, кто ваш лидер и за кем вы пойдете, и пойдут ли люди те, кого вы приглашаете за ним. И опять же, для того, чтобы понять четко,
сможете ли вы работать в сетевом маркетинге, вы должны понять, что сетевой маркетинг – это не зарплата, это наработка людей. И люди идут, в принципе, не за продуктом, а за вами. Для того, чтобы за вами люди пошли, вы должны поработать хорошо над собой и понимать четко, что вам нравится. Вы должны в чем-то, в каком-то направлении быть как бы преуспевающим. Не переживайте, что вы сегодня что-то не умеете, что вы сегодня не знаете. Идея вот этого видео, что я записываю, вам сказать, что есть, ребята, возможности, просто не нужно слепо идти за кем-то. Если у вас не получается, не нужно ходить и кричать «огонь» с пустыми карманами. Вы должны понимать, что там огонь, но у вас его нет, значит, у вас какой-то другой будет огонь. Ищите эти возможности, их полно в интернете. Я могу привести вам пример, что я открыла страничку Be Inspired, ну, по-русски это вдохновление, да, 28 сентября. У меня за 2 дня уже более 1000 человек. Так меня научил мой, как бы, наставник, и так вот у меня хорошо тьфу-тьфу-тьфу идет. А в TalkFusion у меня этого не было. При всем том, что я старалась, и в подтверждение этого можете обратиться к моему спонсору, я не была спящей партнершей, я выкладывалась на все 100%, но не получалось. Значит, это было не мое, вот и все. Компания отличная, там люди зарабатывают, но это было просто не мое. Вот здесь я себя больше нашла, вот здесь у меня идет моментально, еще месяца нет, как я зарегистрировалась, у меня идут... Регистрация огромная, я свои как бы инвестиции возвращаю и большие надежды. Вот. Так что, ребят, не нужно негатив бросать. Я желаю всем удачи. Я очень верю, что у каждого есть свое направление, и каждый будет успешный, если он мечтает об этом успехе и идет к нему, не сидит и только мечтает. Так что желаю всем удачи и... Верьте в себя, верьте и идите к своей цели.